Друзья, привет! Сегодня 11 января и разберем статью из портала Валя, так как было маленькое землетрясение недалеко от Израиля, ну и заодно узнаем несколько интересных слов, связанных с этим термином. Заголовок. Рейдат адама беоцма шешникуда арба шемекора бекафрисин ургеша беисраэль. Землетрясение. Отсма – это сила, мощь, с мощью в 6,4 по шкале Рихтера. Ше – хамакор шеля, чей источник. Бе – кафрисин, на Кипре. Ургиша – Бисраэль. Ощущалась или была ощутима в Израиле. Дальше. Ме ото шавим, пануля миштара, ведивху, ки иргишу – это рааш. Сотни жителей, жителей, пану ламиштара, обратились в полицию, ведивху киргишу этараш, и сообщили, доложили, что почувствовали шум. Теперь смотрите, на иврите шум – это тоже тряска. То есть иногда говорят рейдата дама, то есть рейда – это именно тряска, тремор. А иногда говорят «Раша дама» – шум земли. «Альпия махон асисмологи аэропи ям тихони мокеда рейда ая беомек шел 2 километрим ваи ургиша гам бекаир шебе Мицраим». «Альпия махон асисмологи» – согласно Средиземному Европейскому Сейсмологическому Институту, мокеда рейда – эпицентр землетрясения, а я беомек шель 2 километрим, был на глубине 2 километра в Иургиша, и это землетрясение ощущалось, также было ощутимо бекаир шебе Мицраим, в Каире, который находится в Египте. И последнее. Эйна траали цунами вело дувах аль невгаим о незек. Эйн атраали цунами. Нет какого-либо оповещения касаемо цунами, вело дувах аль невгаиму незек, и не было, не сообщалось о каких-либо пострадавших или каком-либо уроне или незек. Это урон, вред, ущерб. Теперь немного про иврит. Рейда. Рейда – это глагольное существительное от глагола трясться, трястись. Лир од – корень, рейш, айн, далет, биньян пааль, отсма. Отсма – это мощь. Корень – айн, цади. Мем. Этот корень также образует, например, слово лаацом. Лаацом, как правило, это прикрыть. Например, прикрыть, закрыть глаза – лаацом инаим. Но в биньяне и филь – лаацим – это, наоборот, связано со словом мощь, то есть сделать что-то мощнее, масштабнее, увеличить, сделать более сильным. Мекора – макор шейла. Слово «макор» – это источник. «Ургиша» – это страдательный залог «биньяну фаль» от глагола «ощущать», «чувствовать». «Ляргиш» – «биньяны филь», «корень», «рейш», «гимель», «чин». Напоминаю, что «ляргиш» – это уже по умолчанию чувствовать себя. Но если мы добавляем какое-то дополнение, чувствовать что-то, ощущать, это уже будет именно что-то или кого-то, ну, как правило, что-то чувствовать или ощущать. Но когда вас спрашивают «эхата маргиш», «как ты?», «маргиш» — это уже как ты чувствуешь себя, и частица «себя» заложена уже в сам глагол «маргиш» или «маргиша». Также этот корень «рейш гимель» — «шин» образует слово «регеш» — «эмоция». Множное число «регашот» — «эмоции», «чувства». «Мёто шавим» — «пану», «пану» — «обратились». «Инфинитив» — «лиф» — «нот», «биньян» — «пааль», «корень» — «фей» — «нун». Гей, особенный корень, относится к группе корней, которых третья буква корня гей, поэтому вы ее не видите здесь в прошедшем времени. Мы видим только первые две буквы корня. Этот же глагол переводится как повернуть вправо-влево. Лифнот ямина, лифнот смола. Вы можете это слышать через Waze. Пне смола, пне ямина. Также слово пния, которое образуется на базе этого корня, переводится либо как обращение, если изначально это несло смысл обратиться кому-то к чему-то, либо поворот вправо-влево, пния ямина, пния смола.
Ля мечтара, видите, предлог ля, потому что куда, к кому обратились в полицию? Дивху, инфинитив, ледавеах. Корень, далит, вавхет. Биньян, пиэль. В прошедшем времени, кстати, правильно сказать, он сообщил у дивах вместо дивеах, но все говорят дивеах. Отсюда же слово дивуах, это как доклад, именно доложение, то есть сообщение, можно так перевести. Но вообще этот корень, он образовался на базе аббревиатуры дин вехешбон. Поэтому дин вехешбон, это переводится как отчет, соответственно, коротко дуах, или многие говорят дох, но это дуах. И уже на базе вот этой аббревиатуры из трех букв образовался глагол ледавеах. Отчитаться, или сообщить, или доложить, или даже рапортировать. Иргишу, ощущали, ляргиш, слово раш. Раш – это шум, корень рейш, айн, шин, образует глагол шуметь, лир, ош, или ляр, иш. Также говорят шумный, роэш. То есть причастие от настоящего времени. Шумит, шумный. Дальше. Мокед, эпицентр. Но мокед, это также может быть телефонный центр. Мокед тмиха, мокед пниот, мокед меа и так далее. Омек. Омек — это глубина. Корень айн мем куф. Образует глагол, например, леха амик — это углубить что-то, сделать глубже. Или погрузиться глубоко, а также лит амек, тоже углубляться, например, в суть какого-то вопроса. Атраа. Атраа — это оповещение. От глагола леатрия. Леатрия — это оповестить, даже не то, что оповестить, а именно предупредить, можно и так перевести, как предупредить. Предупредить о наступающем происшествии или о чем-либо. И слово дувах, по сути, это страдательный залог от глагола ледавеах. Вот у нас дивху, это биньян пиэль, дувах, это пуаль, то есть переводится как было, сообщено, сообщалось, докладывалось и так далее. Слово невгаим. Невгаим переводится как пострадавшие, но это причастие от настоящего времени, от глагола лейпага, то есть биньян нифаль, корень фей, гимель, айн. Лейпага — это пострадать в прошедшем времени. Невга — он пострадал. Невгатий — я пострадал, невгану, невгата, невгатам и так далее. Также это можно перевести как обидеться, как бы задеться, потому что левгоа — это задеть или нанести какой-то удар, а уже как следствие мы из биньяна паль переходим в нефаль и получаем слово лейпага. И последнее слово незек. Незек переводится как ущерб, урон, вред. Первая буква корня нун имеет тенденцию выпадать, особенно когда мы говорим про глаголы, например, наносить, вред, вредить. Лязик. По идее, мы должны были сказать лянзик в биньяне ифиль, но нун выпадает, и мы получаем укороченную форму глагола лязик, что переводится как вредить, наносить, вред. В настоящее время мазик, поэтому мазик — это еще не только наносит вред, но это вредящий, то есть вредный в том плане, что наносит вред или ущерб и так далее. То есть, например, можно сказать, что солнце вредит коже. Шемеш мазика лаор. Окей, ребят, это что касается иврита. Обратите внимание, что фактически у любого слова есть корень, и если вы с этими корнями более знакомы, то можно отсюда уже выводить другие части речи или находить между ними связь. А чтобы лучше в этом разбираться, то присоединяйтесь к клубу иврита, потому что как раз совсем недавно мы ввели новую рубрику в нашем клубе иврита, где раз в неделю мы разбираем однокоренные слова. Тем самым мы намного больше и намного сильнее повышаем и обогащаем свой словарный запас не за счет зубрежки, а за счет понимания общего смысла. Ссылка внизу в первом комментарии под этим роликом. Присоединяйтесь и начните прогрессировать первого дня. Всего доброго!